Всем привет! Спонтанная рыбалка. Не планировал сегодня вообще ехать, но вчера, листая отчеты ВКонтакте, увидел отчет со смыка. Вот, люди ездили на фидер ловить и сказали, что ходили спиннингисты и поклевывал судак. Собственно, долго не думая, быстрые сборы с утра сегодня. Заехал еще в рыболовную, прикупил пару чебурашек, что у меня заканчивались. В прошлый раз много оборвал. Вот, взял еще двойнички, шестой номер. Такие длинноватые от Crazy Fish. И как раз вот двойники подойдут к Lucky John. Что это у нас такое? Spark Tail. Строн, макрель, арбузик, в общем, 3 дюйма. Вот, так что собираем спиннинг, пойдем походим, попробуем. Ну, на самом деле, непонятно, какой там сегодня будет судак. В принципе, я ехал за поклевками, даже если будет мелкий, то, по крайней мере, посмотреть на поклевки. А тут даже мелкий судак бывает так влупит, что, в принципе, чувствуется даже в пятках, можно сказать. Так. И для лучшего, как говорится, успеха сегодняшнего в рыбалке я не взял с собой специально подсак. Не знаю, как мы здесь, если что-то нормальное клюнет, будем доставать. Потому что тут, сейчас покажу, эти сегодня ветер немного раздувает, хотя не передавали. Вот, здесь мостики, будем по мостикам ходить. Там, конечно, высота, если что-то нормальное клюнет, не знаю, как будем доставать. Ладно, главное, чтобы клюнул. Там разберемся. Так, сегодня взял с собой коротыша. Тут, в принципе, дистанция небольшие, тем более с мостиков. Взял палочку вот от гада. Дешевая палка, в принципе, лазить тут по кустам само то. Так, ростовка, значит, 228 и тест 5.25. Так, сейчас быстренько соберем. Опа. О, песня. Так, и катушку взял 4000. Правда, это фидерная моя катушка, но, в принципе, пойдет. Так, это просто инерция 4000. Шнурок стоит восьмижилка Шимано Каирики. Блин, у меня крепление тут, конечно, что-то начало трухи как-то разваливаться. Зажимается, но постоянно вот это вот кольцо выпадает. Видите, тут у меня счесались немножко, ободок счесался. Ну, в принципе, зажимается нормально. Так. Так. По времени сегодня у меня есть где-то часа 4. Если будет клевать, то может быть даже все 5. В общем, посмотрим. Так. Значит, у меня поводок будет из флюра. Это 0,3 флюр. Застежечка маленькая. И к шнуру я креплю просто восьмеркой. Двойной. Так. Оп. Все. Так, эти вот я концы пообрезаю. Сейчас. Так, будем ставить, значит, попробуем с этой зеленой арбузика. Поставлю 10 грамм. Посмотрю, смогу я ловить в этот ветер десятка или нет. Ну, посмотрим. Ну, двойничок, вот шестерка должен быть само то.
Так, немного раздвигаем. Опа! О, видите, про что я хотел сказать? Минус один. Главное не переусердствовать. Так, минус один. Ну ладно. Постараемся сегодня сильно не обрывать. Чуть-чуть раздвигаем. Все. А то опять лопнет. Отмеряем по длине, что у нас. Вот примерно вот тут. Оп. И продеваем в тело. Стараемся по центру, чтобы не было просящего хвостика скрученного. Вот. И вот такая вот красота получается. О. Так. Грузик 10 грамм. Хотел взять обычные круглые. Но были десятки, только такие головы вон. Так. На маленькую застежечку. Опа. Так. Все, вроде правильно. Да, нормально. О, двойничок, в принципе, само то сюда. Все, огонь. Так. Самое главное сейчас сразу проверить фрикцион. На судака он должен быть затянут полностью. Ну что, у судака твердая пасть. О, видите, расслабленный был еще с фидерной рыбалки. Все. Все. Так, что нам с собой надо? Этот пакетик мы берем с собой. Так, двойнички. Берем с собой. Я там запасные полотки навязал. За кошками. Еще есть в запасе 3 штуки готовы, чтобы сразу быстро менять. Все, собственно. Идем ловить. Сейчас сразу хочу подойти к фидеристу, там спросить, как там подлещик, отзывается, не отзывается. Что-то интересные места тоже. По подлещику лещу. Вроде все взял. Здрасте. Как там лещ сегодня? Никак. Вообще никак. А ёрш? Ну вот позавчера тоже с Бобруйской ребята приезжали, одни ерши. Больше ничего крупнейшее, да? Ну, судачка ходят, ловят. Сказали, судачок стучит. Ну, непонятно какой еще. Сейчас будем проверять. Ребята, ребята, хорошие? А, ну это уже под кило, наверное. Ну, это я только что заметил. Ага. Может, там уже полные пакеты? Ладно. А вы как бросаете на самую вот левую часть? Слева от острова? На дерево большое. А, ну все, я тогда слева там сейчас пробью. Так, ну что, первый заброс. Главное на первом забросе никого не словить. О, даже еще клипса стоит. Так.
Опа, сел. Блин, и хороший, хороший. На падение сел. У вас подсака нету, да? Трындец. Не, хороший, хороший аппарат, 100%. Да, наверное. Опа, 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 начал. Что-то. А, ну такой. Не, трохи подбагрился. Ложная тревога. Да. Ну, какой судачишка. Какой-то трохи побитый. А? Побитый трохи. За галстук прижал. О, какой. Ну что, надо, чтобы ты бабушку позвал. О! Все, первый есть. Хорошо. Так, сейчас зацепил за какую-то корягу, оборвал. Попробую сейчас немного уменьшить приманку. Поставлю 2,4 дюйма. Поставим сейчас. Покажу какую. А, такую рыбушку. На 10 граммов. Я думаю, что сюда, наверное. Так, это 6-8 крючок поставим. Ну, 8 крючок будет самое. Ветер сильный, не дает поставить поменьше груз. Так, можно было пробовать и 6, и 8 грамм. Но 10 хоть более-менее отбивает, хоть понятно. Так. Опа. О. Что, идем на другое место. Решил сменить мостик. Вообще кардинально
в другое место иду. Сейчас попробуем. Было еще у меня две поклевки. Ну, явно, что мелкий тюкал. Вот, так что сейчас будем его искать. Есть, ребята. Есть удочишка. О! Опять протокольный. Плюнул на оранжевую сферету. 3 дюйма тёга. Да, уже много мостиков обошел, поклевок нету, прижимает. Нормально не клюет. Ладно, я думаю, еще где-то полчасика надо будет собираться уже. Уже 4:30, в общем, я собрался. Что по итогу? Значит, мне кажется, что поздновато приехал. Я приехал к 11:30 утра. Вот. И перед моим приездом сосед словил 2 судаков, таких под кило. Ну, можно сказать, что был утренний выход. Вот, и я попал, можно сказать, что на конец этого выхода. Получил 4 поклевки. 2 поклевки реализовал. Один был судачок где-то 300 грамм, второй 200 грамм, вообще маленький. Вот. Оба судака были пойманы за галстук. Это говорит о том, что подбивает, мне кажется, активности никакой. Не ест он, в общем. Вот. Так что не стал уже до темноты досиживать. Боковой ветер. Метеорологи, как всегда, все перепутали. Должен был быть ветер в спину. И здесь в низине, как раз на мостиках, должен был быть штиль. Вот. Но ветер был боковой. Еле-еле получалось контролировать проводку. Но в любом случае рыбу увидели. Рыбу отпустили, хоть и не проходная, но ничего страшного. Поклевки получили. Значит, что хотел еще рассказать. Была у меня еще одна рыбалка. Значит, примерно неделю назад были на озере, которое похоже больше на карты. Очень много камыша. Называется Сосново-Борское водохранилище. От Минска 230 или 240 километров. Вот, значит, попали тоже не на очень хорошую погоду. Вроде как был штиль. Но как раз в этот день менялось давление, сильно росло. И, соответственно, по щуке-то тоже отразилось. Сработок, в принципе, мы много получили. Но единственное, что щука была в большинстве своем непроходная. Вот. Пару кадров с этой рыбалки. Посмотрите. Так, заехали на заправку. Кофеек. Сейчас немножко подкормим машинку и поедем за щукой. Так, 20 литров должно хватить.
Что, никто загрузился? Завязать сам. Завязать? Так. Здесь большие карманы? Есть. Так, сейчас завяжем. Можно, в принципе, еще один бур туда запихнуть. Можно. Так. О, смотри, какая там красота слева. Видишь? Так, ладно. Сейчас будем определяться с местом. Решили еще по-темному расставить. А вдруг какой-нибудь крокодил клюнет. Слушай, вода какая прозрачная. Ну. Тут, конечно, надо ставить карася почти под лункой. Как, блядь, подлить? Подлить? Начерпать. Стой, подожди, не черпай, да посмотри, что там. Ну, там, видишь, трава. И под травой еще, наверное, там метр какой-то. Поэтому для щуки классное. Вот укрытие. Я думаю, что она здесь крутится будет. Пару штучек. Бери. Нет. Вот живчик. Тихо. Опа. Я даже вот буду вот так вот, даже не измеряя. Где-то вот так ставить. Я тоже так сижу. Только по воду. Ветра. Ну, да, где-то так. Есть. Сейчас колокольчик повесим, чтобы слышно было сработку. А? Оп. Все. Песня. И что, у нас две одновременно, можно сказать. Наверное, давно уже. Наверное. Сейчас будем проверять. Да, была сработка. Порезала, видишь? Ага. Порезала. Да. Пошли тупо смотрим. Вот тогда.
дальше мотали. А мы с тобой где-то там ходили далеко. Вообще трава. Да, видишь, хватает. Вон. Дерет. Да, не было. Ага. Да. Ну да, тут хоть сработки есть. Мелкая, я думаю. Так, Никита, сработка. Говорит, что мотает. Опа, 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 опа. Что-то есть. Опа, шурагайка. Ну, хоть крутило. Хоть крутило. Что приятно было. Решили по ночи проверить. Есть сработка. Подмерзла? Нет, почти нет. Ух, натяг. Есть, есть. Угу. Мелкая. Мелкая? Да. Чупарик. О, а какая. Шпингалет. Ты видишь, по темному стрельнул. Хотя, может, когда мы уходили. Может, да. Лежит. Ладно. Ты ее заряди и рядом просто поставь. Да, такие ножички стреляют. О, какой разбойник малой. О, какой злой щук. Стандарт, да? 200-300 грамм. Расскажи, что здесь обижают, чтобы пришли твои крупные сородичи. Все, пошла. Так, пойдем дальше проверим. Да. Ого, пошла. Где? О, сиди, видал? Сиди, сиди. Нету. Нету? Нет. Ну ты видел? Ну. Какой это нет? Она же, блядь, мотала. Но. Что за прикол? Хорошая щука была, смотри. Покажи. Видишь? Нормально порежу. Угу. Интересно. Блин, надо было немножко дать помотать еще. Да. Ну. Эх, ладно. Интересно. Интересно, да? Интересно. Обидно? Мотала, ну, она сидела сразу там. Ну, она, наверное, держала так. Ну, может быть, да, за краешек. Но. Ну, видишь, это, мне кажется, что уже что-то повеселее было. Да, да. Горит первая сработка сегодня. О, мотает, мотает, Никит. Мотало. Я шел мотало, Никит. Будем проверять.
сторону пошла. О, смотри. Ага. Большого карася, в принципе. Ну, смотри, как резануло. Так. Да. Первая мимо. Вот такой выезд получился на Сосновоборское водохранилище. Отдохнули хорошо, сработки были. Но я уехал домой без щуки. Вот. Соответственно, по щуке мы уже закрылись, потому что у нас с 1 марта запрет в Беларуси по большинстве областей. Вот. Так что вот такие вот дела. Все, ребят, кому понравился видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.